Матушка, Богородица, я к Тебе обращаюсь всегда с благодарностью, с просьбами, низко кланяясь и любя. Ведь живу я Твоими молитвами, Ты мне силы даешь жить, помогаешь пройти испытания, веру в Бога мою укрепить. Я смотрю в глаза Твои добрые, излучающие океан добра и любви. Ты всегда приходишь на помощь в самые трудные мои дни. Помогаешь с нежностью, по-матерински мне понять суть бытия. И опять с великою просьбою обращаюсь к Тебе я. Матушка, Богородица, помоги мне земную любовь обрести, встретить доброго человека, чтоб по жизни с ним вместе идти, чтобы был он, как ангел светил, и крылом своим от всех бед закрыл, чтобы жизнь наша семейная строилась на взаимной любви, чтобы были взаимные уважение, понимание и поддержка в любые дни, чтобы все наши горести, радости мы достойно совместно прошли, чтобы, радуясь своей жизни, успевали другим помочь, поддержать словом и делом, им беды горести превозмочь, чтобы жизнь наша семейная была долгою и счастливой, чтобы все божественные законы мы в ней притворили, чтобы вместе во все наши дни помнили и благодарили за нашу встречу Тебя, Матушка Богородица, и душой всей Тебя любили».